Друзья, всем доброго времени суток, и давайте в данном видеоролике расскажу вам про еще одно интересное ICO. Это будет проект AAT Networks, и давайте вникать в его суть. Но сразу же скажу, что данная страница была изначально на английском языке, то есть я ее перевел через встроенный в Google Chrome переводчик. Вот как раз таки Google, ну понятное дело, что перевод не оптимальный, но тем не менее все равно позволит нам вникнуть в суть данной платформы. Итак, что же это такое AAT Networks? Это управление криптопортфелем. То есть данная платформа предлагает вам умный и простой способ управлять всеми вашими ICO и инвестициями, портфелями криптовалют в рамках единой платформы со всеми необходимыми инструментами и профессиональными знаниями. Когда биткоин и криптовалюта устанавливают новые записи на почти еженедельной основе, стало более важным, чем когда-либо прежде, отслеживать свой криптопортфель. Ну что ж, сейчас у них идет pre-ICO, и, соответственно, вы можете в нем принять участие. Ну, про токены с вами поговорим отдельно, пока же давайте вникать в суть данной площадки. Так вот, тут разные есть вопросы. Инвестируете ли вы в биткоин, это первое, инвестируете ли вы в альткоин, это вопрос номер два. Третий вопрос, это держите ли вы другие криптомонеты отдельно от биткоина. И следующий вопрос, сходите в, в общем-то, эти не такие популярные монеты. Ну, в частности, под эти непопулярные монеты можно искать ICO, потому что ICO это, безусловно, в общем-то, монеты еще не популярные, да, но те, которые могут стать в перспективе очень перспективными, как раз таки, несмотря на то, что я сейчас сказал немножко, скажем так, нескладно, но суть, я думаю, вы поняли, что в перспективе ICO может принести очень хороший доход, но понятное дело, что это пока никто не знает, будет ли такое. Так вот, почему же стоит выбирать AAT? Платформа AAT станет единственной платформой, которая будет защищать ваш, в общем-то, криптоинвестиционный портфель. То есть, что здесь есть? Это быстрый анализ, то есть, чтобы быстро проанализировать свой портфель ценных бумаг, крипто и обратиться к покупке и продаже. Также будет криптовалютный трейдинг, то есть, если вы становитесь профессиональным валютным трейдером, вам также нужно что-то лучше, чем обычные, допустим, таблицы, вроде как Excel, например, таких. Ну, также у них есть оценка портфеля, то есть, если вы столкнулись с проблемой отслеживания возврата от каждой монеты или вашей существующей оценки портфеля, это тоже, безусловно, пригодится. И теперь давайте разберем сценарий. То есть, если волнуетесь о волатильности криптовалют, то ваш риск заканчивается на платформе AAT. То есть, что такое волатильность? Это резкая смена курса, когда та или иная валюта может поменяться в сутки в цене на процентов, там, допустим, 10-15, а то иногда и больше. Но это часто относится к топовым валютам, а валюты, которые находятся там за топ-50, а тем более за топ-100, они могут меняться в сутки даже в 2-3 раза, такое тоже вполне реально. Итак, когда мы уже разобрались с понятием волатильности, идем дальше и разбираемся со сценариями. То есть, допустим, вы просто начинаете инвестировать в биткоин. То есть, кто-то только что инвестировал в биткоин и должен увидеть последнюю цену вместе со своим холдингом. Следующий вариант, начинаете инвестировать с других криптовалют, допустим, такие как Dash, Ether, Strati, Zcash, Monero и прочие остальные. А также есть, конечно же, здесь активная покупка и продажа альткоинов, то есть тот, кто инвестировал и также активно покупает и продает, чтобы извлечь прибыль. Также, допустим, если вы не заинтересованы в долгосрочном инвестировании, то есть тот, кто торгует деньгами, нуждается в обширной диаграмме и сигналах, чтобы принять, соответственно, лучшее решение, когда продавать и когда покупать. И также можете получать прибыль через дневную торговлю, то есть тот, кто активно торгует и резервирует прибыль вместо долгосрочного, как и многие другие. Есть еще много сценариев, но это 5 основных. В общем-то, и вне зависимости от того, какой из них относится к вам, этот токен распределения активов, то есть AAT, да, он, в общем-то, поможет вам повысить уровень вашей игры и перевести свои крипто, в общем-то, инвестиции на следующий уровень. То есть тут, прежде всего, есть управление несколькими криптовалютными портфелями, и это стало, в общем-то, основой, в общем-то, основной, да, проблемой для менеджеров. И естественно, что, в общем-то, команда экспертов и оперативная поддержка AAT это исправит. Также у них есть инструменты, чтобы держать вас в курсе. И также у них есть различные чаты и, в общем-то, данные для аналитики. Ну и, соответственно, что AAT предоставляет для вас. Тоже еще, что стоит, пожалуй, разобрать. Так вот, AAT единственный инструмент для смягчения риска в мире криптовалют. Как мы с вами сами понимаем, криптовалюта это один из самых рискованных вариантов для инвестирования денег, по крайней мере в наше время, и особенно это относится к ICO, либо к монетам, которые, в общем-то, находятся далеко по капитализации, то есть, ну, даже за первой 50-кой они уже все очень рискованные, ну, и даже биткоин тоже все равно, он, безусловно, не может похвастаться стабильностью, поэтому, безусловно, такой сервис, как AAT, будет очень неплохим.
Ну и также, в общем-то, давайте разберем, почему они создали ААТ. Так вот, сегодня криптовалютный мир – это огромная инвестиционная область. Люди зарабатывают как можно быстрее. То есть тут есть огромный уровень волатильности, в общем-то, который действительно позволяет вам как приобрести много денег, но также их и потерять. Также прибыль, то есть есть много способов заработать деньги, то есть фондные и обменные платформы предлагают свои услуги, но когда ваша цель это получить прибыль, то недостаточно быть, допустим, счастливой, она должна быть финансовым, и, соответственно, у вас при этом нужно, чтобы было критическое мышление. Ну и также торговые навыки, то есть мы говорим сейчас про трейдинг, да, торговлю такую на короткой дистанции, можно сказать, и, соответственно, понятно, что, в общем-то, есть так называемое шестое чувство, то есть интуиция, но понятное дело, что шестое чувство, в общем-то, оно не является единственным средством для того, чтобы зарабатывать на, в общем-то, как раз таки торговле. Ну и про выгоды тоже давайте скажу. Так вот, ААТ предоставляет новым случайным инвесторам безопасное и экономичное решение, в общем-то, и при этом вы можете легко войти в захватывающий мир инвестирования криптоактивов. Также настройка разнообразного портфеля крипто проще, чем когда-либо при помощи данной платформы. То есть тут что прежде всего стоит отметить, тут на самом деле много чего можно видеть, это прежде всего ликвидность, то есть вы можете быстро создавать свой криптопортфель с мгновенным доступом к пользовательской корзине активов. Также запатентованный механизм ликвидности проекта ААТ обеспечивает гарантию исполнения заказов и способность снимать. Также тут, в общем-то, не будет проблем, то есть это беспроблемное свойство, то есть вам не нужно иметь какие-то глубокие технические знания, рынки и способы обработки множества сложных кошельков и обменов. Также многоотраслевая, то есть можете управлять разнообразным набором криптоактивов для снижения риска. Ну и также это просто удобно, потому что здесь простая платформа, в которой легко разобраться любому человеку. Ну и безопасно, безопасность, естественно, что обеспечивается благодаря технологии, которая используется в криптовалютах. В общем-то везде, это прежде всего, конечно же, блокчейн. Ну что ж, также раз мы разбираем данный проект, то логично поговорить про функции. Так вот, тут есть три основные функции. Это Identify Opportunity. Далее вторая функция – это Monitor Performance, то есть отслеживание плюсов, проще говоря. И также Customize Portfolios, ну то есть, проще говоря, кастомизация – это, естественно, различные настройки, которые тоже улучшают работу. Также, что еще добавлю, что у них есть приложение, которое вы можете найти как на Google Play, так и на App Store, то есть можете поставить его как на Android, так и на iOS. Ну и вот так вот выглядит данное приложение. Вот здесь как раз таки есть скриншоты, которые показывают, что здесь все, в принципе, достаточно просто и интуитивно понятно для любого человека. То есть, по сути, действительно, это такой вот, скажем так, криптопортфель, который находится у вас в мобильном телефоне. Ну что ж, это был общий обзор на проект ААТ. В дальнейшем еще поговорим там про токен данного проекта, про команду данного проекта. Но пока, в общем-то, я хотел рассказать именно про то, какая у него основная концепция. Ну что ж, тогда всем спасибо за просмотр данного видеоролика и всем счастливо.